30 ноября открылась 8-я специализированная выставка «Чистая вода Казань». Традиционно она проходит в выставочном центре Казанской ярмарки. Забота об окружающем мире – очень важная задача общества. Именно поэтому 2017 год объявлен годом экологии. В рамках этого года и проходит данное мероприятие. Приятно отметить, что Казанский федеральный университет принимает участие в этом мероприятии, ведь экология для университета является приоритетным направлением. Казанский федеральный университет традиционно участвует. Наша кафедра природообустройства и водопользования – восьмой раз представляют здесь проекты в области экологической реабилитации, экологического проектирования и благоустройства водных объектов. То, что у нас университет именно решает глобальные фундаментальные задачи экологии, а не только подготовить воду там для, скажем, для той же, ну, для питья или для отопления. А вот именно экологические проблемы, это, я так думаю, считаю, что вот именно наша заслуга нашего университета, что мы это можем делать. На выставке эксперты обсудят проблемы качества и экономии водных ресурсов Татарстана. Кроме этого, пройдут бизнес-встречи и тематические круглые столы. А завершится выставка 1 декабря. Олег Кашин, Наделя Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.